путинская Россия заняла вполне внятное место. Место опасного изгоя. Мы сидим в глубокой авторитарной заднице. Мы не можем выйти на улицу, чтобы нас не поколотили. Важнейшая история. И я думаю, что вот в каком-то смысле ближайшая судьба Алексея Навального зависит от того, что возобладает там на Старой площади страх перед Путиным, желание во что бы то ни стало, как сказать, обозначить свою заботу о Путине и свое рвение, или минимальный здравый смысл. Вот мы увидим 17 числа, что там возобладало. Ситуацию, они себя сами загнали в ситуацию, конечно, совершенный угол. Сами они себя загнали собственным шантажом. Они пытались не пустить Навального в Россию. Еще, может быть, попытаются. Они всячески пытались его напугать. Им не получилось его напугать. Теперь они должны либо показать всей России, всему миру, что они блефовали и трусили его появление, либо пойти на жесткач в соответствии со своими собственными заявлениями. Они сами себя загнали в очередной раз довольно поганый угол. И я бы тут порадовался, что они загнали себя в угол, если бы не белорусские аналогии, а Россия путинская уже давно вплотную к лукашенковским стандартам, он тоже сам себя загнал в угол с Марией Колесниковой, да, в ситуации с Марией Колесниковой, которую пытались выпихнуть из страны, да, но она не дала этого сделать, точно так же, как Навального пытаются выпихнуть из страны, он не дает этого сделать. Ничто не помешало Лукашенко просто запереть Колесникову, да, и как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало. Ничто не может помешать им запереть Навального, конечно. Значит, к сожалению, деградация, коматозное состояние общественной жизни в России таково, что так сказать, ничто им не может помешать это сделать. Но он возвращается человеком, доказавшим, что его пытался убить глава государства. Значит, это совсем другое дело. И это в статусе человека, который, как оказывается, объявлен в розыск и будет задержан, да, прямо вот как сойдет. И тем не менее, он, видимо, прилетит. Это совершенно иной статус. И это понимают и те негодяи, которые... Вот эта мелкая суета по поводу того, чтобы не пустить его в Россию, запугать. Да. Вот эти мелкие негодяи, они пытаются как раз... да, пытаются оставить его за пределами России. Тактически они могут сделать все, что угодно. У них совершенно развязаны руки. Стратегически они, конечно, должны понимать, что это не пройдет безнаказанно. Позиция на доске изменилась.